Наш поселок в пригороде Харькова, в котором находится моя дача, очень красивый. Рельеф удивительно своеобразный. Впадины и овраги перекликаются с большими и маленькими возвышенностями, поросшими всевозможными травами и кустарниками. А возле самого въезда в деревню есть такое место, где проводятся автомобильные и мотоциклетные гонки местного, республиканского и даже международного значения. И отсюда, с высокого пригорка, стартуют дельтапланы, спортивные летательные аппараты. Этот коротенький сюжетик мне удалось снять в июле, прямо над моим участком. Несколько лет назад здесь разбился спортивный самолет, летчик погиб, и полеты на некоторое время, года два примерно, были запрещены. А теперь, по-видимому, запрет снят, и полеты продолжаются. Их можно наблюдать, никуда не уходя со двора. Звук на видео я специально уменьшила, так как гул мотора очень и очень сильный. Чаще всего эти полеты происходят по выходным и праздникам.